Один из лучших молдавских нейрохирургов Анатолий Буздуган временно возглавит уездную больницу в Сучаве. Это один из самых больших очагов COVID-19 в Румынии. В марте бывшего главу больницы отстранили за то, что он не справился с кризисом на фоне пандемии. Анатолий Буздуган родом из Фалерского района. Мединститут он окончил в нашей стране в 1986 году. Копилария Сапетрику Таич. На примере диспитал. Детство провел здесь, недалеко от больницы. То, что я каждый день шел мимо больницы или шел к маме, которая работала главным аптекарем в этой больнице, может, и оставила свой отпечаток на моем выборе. Окончив вуз, Буздуган много лет работал в больницах Кишинева. В Бельцах он основал отделение нейрохирургии. Это один из лучших учеников Молдавской школы нейрохирургии. А в 95-м, защитив докторскую в Румынии, врач остался в Сучаве, открыв и там отделение нейрохирургии. После его ухода очень много человек ходили по больнице и искали его. Спрашивали, где доктор Буздуган, и многие из них находили его и в Румынии. Ехали к нему на консультацию. И, наверное, и сейчас едут. Одним из первых пациентов врача в Румынии стал ребенок, упавший с крыши дома. Прогнозы были неутешительными. Зашли вместе с ним в операционную, а потом ребенок медленно стал приходить в себя и выздоравливать. Спустя 3 недели после операции он отправился домой на собственных ногах. Я всю жизнь буду помнить этот случай. Анатолий Буздуган работает в больнице Сучавы почти 20 лет. За это время он провел 1000 успешных операций.